О, ну что ж, мы опять возвращаемся в игру Куон. И у нас третья фаза. Фаза Куон. И героем этой самой фазы будет Абено Сэймэй. Сэймэй. Я, в принципе, подозревал, что он тут будет. И переводчики, кстати, неправильно перевели его. То есть этот дядька, который батя, он все это хотел, мечтал встретиться с этим Абено Сэнмэем и считал его учеником, а в записках написано, что он типа ученик Абе, а не Сэнмэя, то есть буквально перевели Абено Сэймэй как Абе, а не Сэнмэй. Это, конечно, странно. Слушай, ну это вроде баба. Ну, по крайней мере. А я думал, что это будет Сеймей. Так, ну что ж. Фаза Куон. Финальная фаза. Она не стала ее убивать, да? Так, убежала. Хорошо. Поместье это. Это что за морда? I sense a strong presence to the south. Yes, I can feel it too. Could he be around here? Yes, master. The manor's curse is strong. He can't be far. Damn him and his unorthodox ways. What in the world is he doing? Domin. I shall never understand you or your wicked ways. I believe we should go south. Zenki, Goki, shall we? Yes, master. Sime's wish is my command. Ух ты. Это у нее в подчинении Тенгу? Так, у нее как бы... Ага, вот они как раз эти Тенгу. Давайте посмотрим, что у нее есть. А почему это баба? Он же мужик вообще, Абено Сэймэй-то. Сэймэй. Он реально был мужик. Всегда. Был мужик. Так, у него есть пылюка. Есть. Ну, в принципе, неплохо. Так, по заклинаниям, что у нас есть. Так, дзенки. Волшебное существо с мощными атаками. Так. И... Понял. А что еще есть? Так. Гоки. Как живая защита. Понятно. Это значит для нападения, это для защиты, да? Ага. Понял. Ну, я думаю, что нам пока что можно вот с этой хреновиной походить. Но тут, наверное, будет вообще уже попу рвать капитально. Мне так кажется, по сложности должно быть. Сюда. А, предмет экипирован уже, да? Так, удалим его и поставим вот на этот слот. Вот так. Но почему это баба? Неплохо, неплохо. Такой сабелькой можно и порубать.
он же мужик. Ха, блин, Сэймэй. Ну ладно. Оставим это на совести разрабов. О, опять эти штуки дают. Вообще клевые штуки. Мне очень нравится. Че, это и все? Больше ничего тут нет. Так, короче, она пришла все-таки разобраться с батей. Ну и хорошо. Пауки. Нафиг они нужны. Эти пауки. Мне побольше этих, как его зовут. Ох, как уж их зовут-то? Вот этих вот морозных игл. В смысле, мы сейчас то же самое будем делать, да? Опять будем диски искать, да? Опять будем с этой, как его зовут? О, ползет. О, смотрите, как у нее быстро получается его и хвалить. Вообще замечательно, слушайте. А теперь она каким-то мужским голосом говорит. Так, карта у нас вообще уже есть, по идее-то. Ох, мать твою. То есть еще больше стало кровище-то. Что-то небрежно написано кровью. Кровавый банкет наконец закончен. Никого не осталось, все пропало. Плохо. Так, а где мы вообще находимся? Так, это мы в павильон идем, да? В павильон. А, то есть я не могу туда пройти, да, я так понимаю? Там уже что-то все перечеркнуто. Вот здесь вот-то, да? Да нет, могу. Как бы. Что-то непонятно. Или это... Подожди. Подожди. То есть в павильон я не прохожу, потому что здесь валяется труп. Да? Да. Труп она перешагнуть не может. Мне надо идти в поместье. Ну слушайте, это Нагината мне определенно нравится. Правда, это нифига не Нагината, но похоже. Может быть, это просто меч такой странный. Слишком длинная рукоять для меча. Так, что тут написано? Стена залита кровью. Кажется, там что-то написано. Моя кровь, как и весело, как и весело, какая жуть. Ну да, мы опять же, блин. Кстати, а у нее ведь нет никаких плащаниц вообще. В смысле, печати она вскрывать не умеет. Тут как бы дверь сломана, ёптить, плохо. Ну да, тут немножко все отличается по ходу дела. Далеко не во все двери мы сможем войти, в которых раньше бывали. А сюда мы вообще не проходим, потому что здесь труп валяется. Интересно у нее штука. У нее лезвие обернуто, похоже, священными письменами. Так, здесь должен быть... Да, дырка. В полу есть дыра. Это похоже... Есть дыра. Это похоже на пещеру. Но мы не проходим, да? Сюда у нас упала... Кто уж? Сакуя, по-моему. Да, Сакую сюда свалилась тогда. Как давно это было? Так. Тут у нас... Что здесь есть? Что-то там есть. Стрелы. 9 штук. Ну, хорошо. Так, мне опять вскрывать эту фигню? Дверь не откроется.
Механизм не работает. А, то есть тут вообще как бы это самое. Понял. Здесь как бы упрощенная глава будет. Я так понимаю. Ничего тут не надо искать. Надо просто дойти. Так, тут гаки. Да блин, он вообще. Да она просто всех кромсает на мелкие, блин, кусочки. Так, ну ты-то не. Ты-то еще живой, вроде бы. Нет? Ну ладно, будем считать, что ты не живой. А, вон растеклось пятно все-таки. Значит, не живой. Это, похоже, награда тем, кто смог выдержать все вот это, да? Типа вот эту бабу просто имбовую дают. Говорят, иди и руби всех. Так, это выход. Ага. В кладовку там и так далее. Там я был, там нет ничего. Там вроде нет ничего, действительно. Да, здесь перекрыто. Зря только ходил. Ну, проверить надо было. Так, тут есть сохраненка. Надо будет сходить. Здесь у нас Домин прятал труп. Потом кто-то этот труп изучал. О. В общем-то, труп на месте. Это хорошо. Ничего это нам не говорит. Да, у нее действительно лезвие этой нагинаты или этого меча, называйте как хотите, короче, оружие, обернуто священными письменами силы. Круто смотрится, аутентично, я бы сказал. Так, ну вот там я знаю, кто сидит. Сейчас мы откроем. Вот это вот падла. Всего делов. Давай-ка, помедитируй. И здесь у нас эликсир. Карта. Ну, в смысле, карта огненных стрел. Так, а как уж тут... А, блин, мне надо вон туда... Ага. Чтобы я сохраниться-то мог. Надо же сохраниться все равно. А тут типа заперто, да? Да, дверь не откроется. Так, ну пошли. Тут, в принципе, не должно быть ни призраков, никого. Давай прям пробежимся. Разомнем косточки-то. Так, вот здесь вот спустимся. Ничего не положили, я постоянно люблю проверять. Не положили ли чего-нибудь. Так, здесь может быть вражина. Ну, по крайней мере, призрак точно должен быть. Поэтому лучше не бегать. Да я понял, если я присяду. Так, у нас есть место сохранения. Пока мы никаких сосудов, кстати, не нашли. У нас 3 штуки их всего лишь. Провести ритуал, давай. Так, да. Все запишем, вот сюда давай. Не удалось. Замечательно.
Пойдемте дальше исследовать. Ну, по крайней мере, у нас есть как бы домашние зверюшки. И то уже не одиноко будет тут ходить, если что. Но мы их прибережем на боссов. Я думаю, тут боссы будут просто попоразрывающие. Но это логично, как, поскольку персонажа нам дали сильного, значит и боссы должны быть под стать. И наконец-то мы, наверное, разберемся с этим доменом. Старикашка. Колдун, понимаешь. Тут кто-то есть. Ага. Читает. Так, я думаю, нам можно вот сюда вот зайти. Здесь у нас дверюга, залитая кровью. Есть что? Будет катсценка, кстати? Нет, катсценка, похоже, не будет. Здесь уже в этом поместье вообще никого действительно живых не осталось. Не, ну Саку где-то бегает. Саку это еще живая. Уцки ее отпустила, как бы. Ей взять нечего. Это печально. А что у нас тут? Здесь у нас должна быть первая... была... должна была лежать первая плащаница, но тут уже ничего. Похоже, тут вообще печати не надо будет снимать. Ну а если не надо будет, то нам дадут печать в другом месте. Ну, плащаницу имеется в виду. Странно, такая прям вся из себя колдунья, да, а пришла вообще без священной одежды. Как бы типа этот самый неподготовленная, но зато у нее есть ручные демоны и крутой мичуган. Так, здесь я могу пройти, сойти сразу же, да? А вот здесь я не могу пройти, потому что тут все сломано. В смысле? Я уж думал, что она как бы не сойдет. Так, тут гаки. Там, я думаю, ничего. Комната Аяка для нас недоступна вообще получается. Так, где тут гаки? Где тут пищит этот мелкий выблядок? Слышь, пошел нафиг, обниматься он тут захотел. Натя, натя, понял, с трех ударов. Все, лежи, не вставай, что ты там даешь? Дай сосуд. Ну, 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 да, сосуд дал. Хорошо. Вот это как раз хорошие новости. Так, что у нас тут? Карты. О, стрелы ледяные, это хорошо. Мне понравилось это заклинание, оно самонаводящееся и довольно таки мощное. Но мне хочется демонов попробовать, конечно. Так, куда пойдем?
Мы можем пойти двумя путями, как бы. Можем пойти здесь. Здесь, наверное, заблокировано, мне так кажется, должно быть. Нет? Нет. Заблокировано. Можем пойти туда. Можем пойти сюда. Прям не знаю даже. Пошли сюда, раз мы здесь. Что-то кто-то ходит. Кто-то реально ходит. Ага. Слышь, я знаю, что ты... Что-то она не хочет его добивать. Ладно, не хочешь, как хочешь. Господи. О. О, вообще легкотня. Какая прелесть этот меч. Или это Нагината. Эликсир дают. С такой пухой и заклинания не нужны. Честное слово. А то веер какой-то. Ножик какой-то. Во! Бандурин. А если бы ей еще пулемет дали, я думаю, что еще круче было бы. I smell something. It's coming from this mulberry tree. This hole was created by a metal spike. The five elements are in conflict. Metal subdues the tree's energy. Who would disrupt this balance? Where could the spike have gone? Это вопрос. Еще какой вопрос? Да, блин, куда делось это копье? Их вообще-то три должно было быть. Так, возьми эту штуку. Книга Домина. Так, а мы, по-моему, это не читали, да? Тутовые деревья обладают сильнодействующими чарами. Те живые это живые создания, у которых есть свои желания. Они живут гораздо дольше людей и намного умнее их. После того, как я закончил свою миссию и время пришло, я должен вновь подчинить этих близнецов. Существует много способов это сделать. Какой же лучше? Огонь уничтожит их немедленно, но как только они погибнут, я больше не смогу ими воспользоваться. Полагаю, что смогу их подавить и сохранить им жизнь. Я воспользуюсь копьем против демонов, да. Но, отдав свою магическую силу, одного копья может быть недостаточно. Я должен помнить о том, что близнецы — это небольшая проблема, они всего лишь средство для колдовства. В этом королевстве лишь у этой женщины есть сила противостоять мне. Так все-таки это баба. А почему Абы Носен Мэй? Баба. Да это ж мужик. Короче, it's a trap. Так, есть гаки? Нет, гаки тут нету. Ага, здесь уже побывала Уцуки. А до нее... В смысле, Сакуя, а до нее Уцуки. Сюда мы не проходим. Куда мы можем пройти? Пошлите туда, откуда Уцки начинал свой путь. Стопэ. Где-то тут должен быть. Сохраняться не вижу смысла пока что. А, нифига, тут сундук. Проход закрывает так называемый плетеный сундук. Может, вернемся? Потому что мы сейчас пойдем к роднику. А зачем нам к роднику?
Ну, вообще там вроде как можно куда-то еще попасть. Пошлите. Как пойдем по дороге, так и пойдем по дороге. Вернуться всегда успеем. Нам, по идее, по ходу дела придется опять же через те ворота проходить, которые были запечатаны Сатурном. Фазиан. Так, сейчас мы вот здесь вот посмотрим на пруд. Не хотят вылезать эти сволочи. О, карта недоступна. Это святилище. Я же иду в святилище, да? Надо ли мне туда? Давайте глянем, там все открыто или нет. Да, малое святилище. Так, ну здесь все по-прежнему. Пацаны висят. Здесь, по ходу дела, ничего не падает. Так, здесь у нас дверь. Один из близнецов должен был уже помереть. Сейчас вот я здесь пройду. Интересно, меня встретит второй-то близнец? Нет, не встречает, говорит, пошла ты нафиг. Слушайте, тут и этих и призраков-то нет. О, печать, а у меня нечем. Да, понятно, мне сюда еще рано. Понятно, все, сюда мне рано. И мне сюда потом надо будет вернуться. Значит, мы где-то эту плащаницу найдем земли-то. И только тогда нам надо будет идти сюда. Ясненько, понятненько. Блин, двери глючат. Плохо. Очень плохо, что двери глючат. Но не везде и не всегда. Так, а сейчас вот, например, мы можем... Давай, умойся. Нет? Не хочет вызывать этих трех красовольчиков. Ладно, пошли. Я так понимаю, нам возвращаться. Я выбрал немножко не ту дорогу. В принципе, сейчас можно и сохраниться, кстати говоря. На всякий пожарный случай, потому что уже 30 минут играю. Да, давай проведем ритуал. Так, и пойдем теперь нам в другую сторону. Так. Это я зря сделал. Она, по ходу дела, быстрее кастует заклинание-то, чем Сакуя, например. Дзинь, говорит. Дзинь полетело. Да, нам возвращаться к святыне и в другую дверь. А потом нам надо будет идти к воротам, которые были запечатаны Сатурном. Так, мы сейчас пробежим. Вот этот вот чувак встанет. Это не хочет вставать, ну. Она не хочет его бить. Почему? Непонятно. Но он, я думаю, встанет. Так попозже. Осторожненько, аккуратненько. Пойдем.
сюда нам. What? И что вы мне предлагаете? Дверь плотно закрыта. То есть мне не сюда вообще. А куда мне? Здесь все заблокировано. То есть мне, так понимаю, все-таки надо в малое святилище идти, да? Ага. И идти мне надо в маленький храм. Не понимаю. Вообще не понимаю. Но это единственный вообще вариант у меня на данный момент. Потому что это единственное место, которое я не посещал. Вот этот маленький храм-то. Куда надо было диски вставлять. Ладно, погнали. Я даже бегом буду бегать, потому что эту дорогу мы знаем. И знаем, куда она ведет. Нам туда не надо, я уверен. Так, ну и, собственно, вот. Единственная дорожка. Идти к малому храму. Здесь уж я бегать не буду. Так, этот висит. Так, по-моему, открыто. Нет, закрыто. Блин, это печально. Здесь лежит карта вся перепачканная. Отлично. Так, а там что? Из сияния исходит воздух, непонятно. Так, что это? Что-то лежит. Металлические шипы и... Там что-то еще было. Не работает. Да, больше ничего, и здесь ничего. Так, а может быть мы эти шипы, наверное, надо в дерево воткнуть. Стопудово. Вот есть у меня такое подозрение. Давайте попробуем. Да у меня вообще вариантов нет. Я думал, хотя бы здесь открыто, а здесь что-то как-то не очень открыто. Точнее говоря, совсем-совсем закрыто. Два шипа, и что мне с ними делать? Но я видел, что... То есть, единственное место, где что-то говорили про копья и шипы, это когда она возле дерева стояла. Я так понимаю, что надо в дерево воткнуть. Логика. О! Поет. To the golden sword of the heavens, I pledge my mortal protection. Demons above and below, beware, or taste the wrath of God and be torn asunder. А где субтитры? Короче, она сказала, что во имя добра и света заклинаю, изыдите. Типа того. So, you're one of Domin's disciples. Where is he? The master? That man. Used us as sacrifices to perfect his magic. Just what I would have expected.
Utsuki fell victim to evil magic. She is somewhere in the cave. Please, help her! All right. I understand. I will do my best. I don't think two spikes will be enough. Ну, типа, да. Наверное. Надо нам третье копье найти. Так, мы сразу в лабораторию приперлись. Понял. Что нифига не понял. У нас нет карты. Я даже не знаю, куда тут можно идти. А куда нельзя. Так, ну тут нет ни хрена. Ну, может быть, тут что-то и есть, но тут так темно, что нифига не понятно. Так, и только один вход, один выход. Карты нет, и это печально. Интересно, каким образом она попала сюда, в эту лабораторию? Так, это понятно. Нам теперь... Ух ты! Ты раньше не горел. Нам теперь, я так понимаю, вслепую ориентироваться. Вы тут... Две фазы тут бродили, все должны наизусть знать, да? Дайте карту. Да не, я помню, конечно, куда нам. Пойдем сначала вон туда, сходим. Потом уже и вниз. Бежим. Все горит. Gave this to me. I've been saving it for a long time. It's my last card. Oh, you must be Utsuki. I understand you were possessed by Domon's renegade sorcery. The singing isn't so loud now. I feel calmer. In accordance with my father's wishes, I'm no longer of this world. I seek living humans. I'm so thirsty. Just the sight of flesh and blood drives me mad. So, I burn the corpses. I do know. The mulberry tree needs to be sealed. If fortune is on our side, we won't be too late. But we must have more spikes in order to accomplish this. Mm-hmm. I know. I will die here. That is your choice to make, but what about your father? He used his own daughter as a sacrifice. If he did this, he could do worse. Your father must be killed. Ну, типа того. Так, и чё? Блин, мне бы карту. Ну, мы нашли Утсуки. Это уже хорошо. Так, том 4, мы его, по-моему, не читали, да? Эти близнецы, откуда появились эти два тутовых дерева? Ходят слухи о том, что предки клана Хата нашли их где-то и принесли сюда. Я никогда не видел раньше таких тутовых деревьев. Или, возможно, их семена приплыли сюда из Китая, Кореи или откуда-то еще. Когда-то жил человек по имени Ксифу. Сифу. Который пришел сюда из Китая в поисках вечной молодости и бессмертия. Этого чувака мы тоже знаем, да? Фориор Сорочи.
Во все времена были свои придурки. В любом королевстве они тоже были здесь, да. Вечная молодость и бессмертие — это не что иное, как иллюзии. Мы наслаждаемся жизнью, потому что знаем, что умрем. Хорошая мысль. Неужели есть больше удовольствия в этом мире, чем сражаться со смертным противником и оказаться победителем над ним? Ну, вот это не знаю. Вот это я не согласен. Так, давай открывать сундуки. Вполне возможно, там есть суперприз. Ну, как-то никого. Может, ты этот сундук сможешь открыть? Нет. У нее тоже силёнок не хватает, чтобы этот сундук открыть. Ну и вообще там ничего нет. Здесь существо извивается. Блин, где карта? Карту мне запилите. Надо найти домена или домена, а он где торчит вообще этот домен. Так, ну, где-то здесь по идее то. А во, кстати, дверь открыта. Она раньше всегда была закрыта. Я так понимаю, что именно сюда-то нам и надо. Это уже какая-то незнакомая территория. Здесь тупик. Блин, тут даже сохранения нет никакого, а? Печально. А сейчас мы, наверное, будем драться. Сохранёнка. Отлично. Сохранёнка это, по-моему, вовремя. Так, куда мы это дело запишем? Сюда. Так, очистились. Ну и пошли. Без карты. Может, я ее где пропустил? Да вроде негде. Ну ладно. Это у нас что? Здесь лежат несколько копий. Отлично. 9 штук аж. Нифига себе. А там еще что-то блестит. Том 3. Так. Любопытно. Шелковая нить, полученная из этих коконов, обладает магической силой в концентрированной форме, которую можно использовать в различных чарах. И можно использовать как печать. Печать для волшебной шелковой нити. А, печать из волшебной шелковой нити никто не сможет взломать, даже обладающий сверхъестественной силой. Другие применения этой шелковой нити — это чары для того, чтобы вызвать существ или духов-привратников. Можно также прикрепить шелковую нить к куклам. Отдав простое распоряжение, куклы выполнят его и потом будут действовать по своему усмотрению. Я мог бы тоже также сделать куклу из женской плоти и кожи, заставив ее выполнить мои приказания. Боже, господи, что с какой, блин, это маньяк. Его надо было сразу прикончить, когда он родился. Так, слушай, а что тут, все, тупик? Здесь вообще ни хрена нет? А я думал, мы сейчас тут как бы это самое драться будем. А мы, похоже, не будем драться здесь. Блин, а где карта?
Я, по идее, понял, где мы. Это как раз-таки эта комнатка, в которую мы никак не могли попасть. И мы в лаборатории побывали, наконец-то. Так, а куда же нам идти? О! Падлы! Так, один готов. Второй тоже готов. Так, вот этот вот. Да, сдох. А, это уже разлилось. Смотрите, он даже не пострадал нифига. Двух шелкопрядов завалило с помощью обычного холодного оружия и даже как бы не пострадала особо. А вот теперь вот это печально, что через эту дверь мы не можем войти. А куда нам? Здесь ведь нет дырки, я так понимаю, да ведь? Или есть? Есть дырка. Слушай, тут все круто. Тут все норм. А, я понял. Вон и что. Мы тут это самое бэктрекингом немножко занялись. Так, а как я вошел-то сюда? В это место, вот через этот, по-моему, мостик, да? Сейчас я приду обратно в кутки. И пойду куда-нибудь в другое место, да? Походу. Да нифига. Я опять сюда приперся. Так, это не то место, блин, куда я хочу попасть. Карты нет, это печально. Ладно, идем. Никуда она нет, нас не денется. Так, вот здесь, по-моему, куда-то здесь можно пройти. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ага, вот это вот горящее здесь. Печать урана, которой у нас нет. Значит, нам не сюда. Пойдемте куда-нибудь. Так, ну я, по-моему, вот отсюда пришел или нет? А, нет, отсюда я не приходил. Так, здесь у нас утки подсматривал когда-то, как куреха кого-то там роняет с обрыва. Здесь у нас останки гаки. Здесь у нас абсолютно пустой стол. Что печально. А вот здесь что-то есть. Так, сосуд, хорошо. Буксир, неплохо. Карта, ну наконец-то, блин, твою мать. А то я вообще заблудился тут. Так, вот мы пришли через лабораторию. Ага. Через лабораторию. Здесь мы повстречали Уцки. А нам, в общем-то, некуда идти. Потому что у нас нет печати урана. Ага.
Нам можно подняться только наверх, посмотреть, что там. Но я что-то сомневаюсь, что там будет что-то интересное. Давайте глянем. А мы были вот здесь, вот, да. В той самой комнатушке, и здесь мы прочитали о всех страшных и ужасных опытах этого Долина. Так, сюда нам, сюда, нет, не сюда. А, нет, не сюда, блин. Заблудился немножко. О, вот сюда нам. Сейчас так это самое. Хлобыси тут это тоже будет. Да. Слушай. Преграждает путь. Замечательно. А куда идти? Ась? Опять что ли какую катсценку не запустил, блин? Как в предыдущей серии, блин. Столько времени долбился в стену, а оказалось, что надо сначала катсценку посмотреть, а уже потом долбиться в стену. А? Ну ладно, пошли куда-нибудь. Авось что-нибудь найдем. Так. В лабораторию зайти, кстати. В смысле, выйти наружу. В это. О! Вот оно что. Драться будем? I'm only concerned in your body, for it would make a lovely cocoon. All I need is your flesh and blood. I could care less. You will die here, a worthy sacrifice to the Quan cocoon. Так, что ты умеешь? Неплох. Да, очень даже неплох. Да харе. Так, снаряжение. Блин. Что-то он совсем хорош. Я все время путаю. Давай, давай. Что, и все? Тихо. Не понял юмора. А ну-ка. Это будет интересно, нафиг. Так, подожди.
вот этой гадостью. Давайте его помочь. Вызовем. Так, а теперь возьмем. Что мы возьмем? Так, ну, во-первых, надо принять, да. Это, в принципе, пригодится. Что у нас еще есть вкусненького? Я думаю, вот это ему понравится. Должно, по крайней мере. А, все, что ли? Он... If only I had completed, I would have смогла, ё-моё, чё ж у вас с переводом-то вообще так? Ну всё, по-моему, домен отъехал. Это кто? Луцкий или Курёха? Закончилось, да, я так понимаю? Ну, в смысле, мы как бы вот сюда мы не проходим, потому что здесь тупик. Мы можем пройти только сюда. Дверь не откроется. Вообще замечательно. А, нет, смотри, подожди. Пройти. То есть Курёх потащил домена к тутовому дереву, я так понимаю. Угу. Stop! Please stop! Уцки! Копьешком-то засадим. It's over now. A new mulberry tree will spawn. Our beloved. Да просто сожги это тутовое дерево. Нафиг тебе эти копья. Be still. Готов. Now I'm not going to enjoy this. But I have no choice. Wait, please wait. She hasn't been outside the manor. Her father tricked her, and we can't let her die. We simply have no idea what will be born from the chest. No. But you're so stubborn. All right, fine. Hold this. What is it? This is just to satisfy my curiosity. I'll see you soon.
копья дала. На всякий пожарный случай, да? Блин, такой жирный задел под вторую часть. Что же там из сундука появилось, да? И наконец-то. Собственно, рассвет. Ну вообще офигительная игрушка. Не бойся, ты в безопасности. Пойдем. А, то есть она нам покажет. Ага. Мне раньше не разрешали выходить на улицу. Это просто великолепно! Я и не подозревала ни о чем подобном. Отныне ты можешь выходить на улицу всегда, когда захочешь. Ты только подумай. Ты можешь выбирать, где тебе жить. Как тебе эта мысль? Класс! Ну тогда... Нам надо идти. Классно. А я думал, это был жирный задел под вторую часть, что же в результате появится из сундука. Но мне кажется, что не все так просто на самом деле. Есть у меня подозрение, да, что эта девочка однажды станет очень злой девочкой. Типа как Альмочкой. Ну да ладно, мы это, похоже, никогда не узнаем, потому что не любит From Software делать сиквелы к своим играм. Единственное, что у них был этот Dark Souls, Kingsfield, The Armored Core. И то они, в общем-то, друг с дружкой очень мало связаны. А не сказать, что они прямые сиквелы. Ну и, в общем-то, на этом все. Как я уже говорил, игрушка мне очень понравилась. Прямо, действительно, она не зря считается прямо эталоном. Я бы не сказал, что это жанр хоррор. Это скорее survival, но атмосферно. Прям вот на полочку. Точно на полочку. Обязательно куплю себе диск на eBay. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях.